Привет, друзья! Во-первых, показываю вам картину, какая она стала. Посмотрите, какая. И во-вторых, это искусство для меня. Это как тест, с помощью которого я определяю, когда на нее смотришь в одном настроении, видишь хорошая картина. Когда смотришь в другом настроении, надо поправить ее. А вы как думаете, поправить еще или нет? Это мы включаем коллективный разум. Еще я отвечаю на вопросы. Вот все время люди забывают, когда настигнет паника. Когда настигнет паника, доминанта вот этого страха, а доминанта обладает способностью генерализации, вышибает все другие доминанты. Ты забываешь обо всем на свете, и тебе кажется в этот момент, что ты сейчас упадешь, умрешь, что-то случится там и так далее. И поэтому надо ей противопоставить противоположную доминанту. Ну, легче всего вот так, я же показывал. Берете, делаете шиатсу на все 10 пальцах. Это идет такая бомбардировка клеточек мозга противоположными сигналами. Да, это вы создаете конкурирующую доминанту, и мозг теперь распределяет энергию не на одну доминанту, а обесточивает ту доминанту страха, а распределяет уже на две. А можете теперь и третью. А вы теперь вспомните, делая вот это, те дела, которые вам предстоят сделать, и которые вы давно пытались решить, вопросы, и никак не могли, и руки не дотягивались, и не могли понять решение. Вспомните эти задачи сразу в голове. А можете их заранее продумать. Первая задача, вторая задача, третья задача. На случай, когда у вас бывают паники. А как только паника, так сразу делайте вот это... Ритуальчик маленький такой, противопоставляете этой доминанте еще несколько. Да, конкурирующие сигналы, задачи, которые вам предстоит сделать, и ваша вот эта вот энергия, которая вас разрушала, которая действительно могла привести кого-то к инфаркту и так далее. Во время паники же люди боятся, что что-то случится, а это же так и может получаться, и у многих так получалось. А здесь есть конкурирующие сигналы, и вы поэтому эту энергию мозга перенаправляете, как я говорил, как в айкидо, на решение ваших предстоящих задач. И поэтому она вас уже не разрушает, а вы занимаетесь в этот момент творчеством. Потому что, во-первых, вы созидаете себя нового, который не боится стрессов, а теперь даже ищет стрессы, когда не хватает энергии, чтобы решить задачу. Вы представляете, человек, который боится стресса, избегал стресса и думал, как снять стресс, а теперь все время ищет, когда же будет стресс, чтобы я решил ту проблему, которая до сих пор не решалась. Это классно. Попробуйте, друзья.